Так, все, у меня тут вроде все держится. Так, короче, будем снимать видео о том, как мы снимаем, точнее, как мы моем с сыном дома пол. Да, Данюшка? Это нужно убрать. А щетку тоже. Чего? Так, мне Даня помогает дома полы мыть. Покажем, Дань? Наглядный пример. Где? Даня уже весь замочился. Да, сынок? Одну комнату мы уже вымыли. Моем вторую. У меня тут уже сверху все лежит. Поставлено, так сказать, чтобы помыть пол. Давай, сынок, помощничек мой. Так, тут у нас пластилин. Снова отдерем. Не ешь воду, ты фу, кака. В рот не бери воду. Даня, Даня Несерчук, ноги туда не заделывай, пожалуйста. Не засовывай. Я тебя прошу, сын. Да. Короче, самое главное, чтобы у ребенка были надеты носки во время мытья полов. Так он не будет скользить и не будет падать. Это уже проверено опытом. Да, Данюха? Скажи, у нас уже все проверено опытом. Так, ты куда погнал по чистому? Товарищ Пончик. Давай, моем пол. Иди сюда, да помощничек. Чё? Куда ушел-то? Тьфу ты. Ну ты. Так, давай. Я уже в прихожую выставила. Данюш, иди сюда. Маленький мой Нестерчук. Ты так натопал вообще четко, конечно, Дань. Тебе не кажется уже? Да? Ну как бы нормально так натопал. Топ-топ. Пойдем дальше. Пойдем в следующую комнату мыть. Это моя рабочая комната, где я печатаю и шью. Да, Данюша? Забрали. Еще у нас бывает здесь папа спит, когда болеет. Чтобы нам не мешать. Даня? Какие? И какие? Мама. А вы?
чё, умылся? Так ты чё делал-то, сынок? Ой, чудо моё. Давай, выходи. Маму будешь снимать, да? Мама там. Даня, привет. Даня. Ты даже мне ручкой машешь. Не трогай. Пусть стоит. Пусть постоит, ладно? Позита. Что, тебе помочь могу? Мама. Даня. Надо кухню мыть. Да. Стоит. Где на трубке стоят. Получается. Просто выжимать можно. Не надо вставать пятилитровики, пусть они там лежат сложенные. А, ты магниты достаешь. Да. Да? Молодец, ты у меня. Кстати, обратите внимание на воду. Это после трех больших комнат и кухни. Очень люблю робот-пылесос за то, что вода действительно минимально грязная. Еще вот надо побыть в прихожую. После прихожей может быть погрязнее, потому что здесь у нас есть такая грязь уличная. Данюш, давай нам еще туалет и ванну мыть. Сынок, давай. Я вот сюда поставлю, чтобы нам все видно было, да? Ты так у меня вообще, вот как всегда, молодец. Так, все мы сюда поставим. Верхнюю полку. Для того, чтобы все нормально вымыть. Да, Данюшка, чтобы все нормально вымыть, нужно все убрать с пола. Верно говорю? Так, пойдем. Смотри, какая тут сырость, да? Смотри, как тут сыро. Очень сыро здесь. У нас. Что-то всю сырость маме затирать. Давай. Угу.
как мама пошла в туалет мыть. Туалет у нас небольшой. Тут я справлюсь быстро. Так. Сынок, дай еще маме в ванну надо идти. Как? Нет. Ушел. Сходи, выброси в мусорку, в каку выброси. В каку выброси, Даня. Да. Сейчас уже вода погрязнее стала после ванны. Это ванна-то у нас не видно. Мама! Даня! Ну все, заключительный момент. Так, Дань, вот это еще в каку выброси, сходи в мусорку. Мусорку выброси, мусорку. Иди сходи, выброси, Данюш. Так. Подставляем обратно нашу подставку. Чисто швабра, как подставка у нас. Это не люблю эту швабру. От слова совсем. Так, Данюш, все мы с тобой сделали. Да, сынок? Нет, ну, Дань, качество воды меня, конечно, очень даже устраивает. Так, все снимаю. Тапки свои. В общем, показываю, какая вода после 73 квадратных метров. Ну, в принципе, нормально. Дань, как ты? Вымыл всю квартиру? Да все, хватит. Скажи всем пока-пока.